4-й между 9-й и 10-й. Хорошо, что ты не в телефоне. Замечательно видеть человека, не привязанного к сети. Это многое говорит о тебе. Хочется думать так. Предпочитаю не говорить. Он женат. Моя мать говорила. Я просто больше не мог молчать. У тебя доброе сердце, это видно. Поэтому я должен сказать тебе, лучше отойти. А ты что думаешь? Мне пора рискнуть всем. Как ты встретил свою жену? Она блевала в моем такси. Было как летним днем, знаешь. Не так уж и сложно, только пиво и чипсы, и мы были готовы. Вокруг тебя. Ты скучаешь по ней? Иногда мне тоже скучно. В конце концов, все становятся на свои места. Опять не это. Это история для другой поездки на такси.